Временем эстафету «Пламя мира» вторых Европейских игр в эти минуты принимает Мозырь. Один из старейших городов Беларуси стал конечной точкой пребывания огня на Гомельской земле. Путь начался с нефтеперерабатывающего завода. А первым факелоносцем стал Евгений Олейник, белорусский композитор и автор гимна эстафеты. Атмосферу праздника поддержали творческие коллективы района. Эмоции вообще через край. Через край эмоции, когда вручили форму, вообще как бы даже не верилось, что мы понесем огонь. Вот. А сейчас тут прям эйфория. Ну, мы действительно очень рады, что можем приобщиться к этому празднику. На самом деле, сегодня тут такой праздник в Мозыре. Погода шикарная. Это тоже очень важно, мне кажется, для такого мероприятия. И, конечно, вот мы спорт Жени очень уважаем, очень любим. И действительно счастливы, что нам доверили такую важную миссию почетную. Далее эстафету приняло сильнейшее хозяйство области с символичным названием «Заря». Также огонь вторых Европейских игр побывает и на других предприятиях района и посетит исторический центр «Мозырский замок».